перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Это в начале, видимо, было. Как дела, ребятки? Здравствуйте, вижу ваши пальчики вверх, это так приятно, класс, вот. Чё у нас по комментариям, кто самый смешной? Я ебал твою чёлку, пишет Лавари 36, окей. Здравствуйте, смайлики, ладошки, смайлики, расскажи анекдот. Анекдот, короче, сейчас вспомню анекдот, я расскажу точно. Короче, едет такой мужик на телеге, в которой впряжена лошадь. Едет себе, едет по проселочной дороге. Путь длинный, думает о жене, детях. И тут выбоина на дороге. Телега подсказывает, телега подскакивает. И такая, бля! Мужик, бля, нихуя себе, говорящая телега. А лошадь такая, да я сама охуела. Анекдот из моего детства. Это полная хуйня. Но когда я рассказывал его в Мексике, на английском, это звучало лучше. И люди смеялись. Да, это странно, я согласен. Я поэтому и не люблю анекдот, это хуйня, но типа ситуативность задает не очень. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пишет Redcom 988. Аплодисменты, аплодисменты. А-ха-ха-ха-ха-ха, видишь, всем нравится. Ха-ха-ха-ха-ха, пишут. Да. Витаня. Что такое Витаня? Почему они постоянно пишут Витаня? Что значит Витаня? Честно, бывают такие движи. Часто бывают такие, вот такие движи в Питере, да? Вот такие. Ну, случается, да. 3 дня я дома сидел, вышел на 4-й пройтись с девушкой. Ну, вот и, типа, прошел 300 метров. Бля, скади, плиз, рю... Не буду говорить это. Когда в Минск приедешь? Приеду как-нибудь. Возможно, на Витак приеду. На фестиваль. Может, не приеду, не знаю. Иди снова в стендап, да, с радостью. У меня будет теперь не просто стендап, а рэп-стендап, если хочешь. Могу специально для тебя придумать формат, чтобы ты еще и похаха... Ой, ой. Холодно? Да не, нормально, оставь. Не закрывай все окна. Че стримишь? Да вот минутка выдалась. Пришел, лежу тут такой, думаю, дай-ка почешу языком. Как твой пес-хуесос? Ответь. Пес мой недавно был вспомнен мной, где-то минут 20 назад. Он жив-здоров с другим человеком, с более домоседливым, более поступательным, более добрым, естественно, животным, чем я. Так, Лола, Витаня, приветствие. Ну ладно, покажи девушку, зачем ты ее видел. Можешь подписаться на канал Ксюши и поставить ей лайк. Хе-хе, говорит Ксюша. Бля, уборщик выебывается. Кто такой уборщик? Кого считаешь самым зашкварным блогером? Ларин? Блять, их много. Я не могу как-то выделить одного из когорты этих защеканцев. Что ты рассказываешь? Вот что ты рассказываешь? Пишет. Разные истории могу рассказать. Могу анекдот рассказать, как мы выяснили. Могу придумать что-нибудь. Вымышленную историю. Че? А ты что сидишь? Думаю. О чем? Об экзаменах своих, да? Как диплом подделать? Зачет как подделать, да? Чтобы было больше процентов оригинальности, да? Чтобы было 50 хотя бы. 50 хотя бы, да? Буквы А на английский. Да, да, да. Точки меняй там, все такое. Какая буква? Угу, смешно. Я не хочу отписываться от тебя. Не отписывайся. Будем жить дальше долго и весело. Камера пришла ко мне. RX 100. Я очень рад. Спасибо компании Sony. Намасте. Все дела. Так. Привет, здравствуй, здравствуй. Сегодня в нашем радиоэфире беспонтовый, бесполезный пиздеж с тобой. Поэтому задавай вопросы. И продолжим в нашем стиле. Ебать, пришла на стрим, а тут тухляк. Что это означает? А когда у тебя весело-то было на моих трансляциях? Где купил лонгслив белый с последнего видео? Мне подарил мой приятель еще... Это
полгода назад. В H&M он купил сам себе, когда узнал, что у меня день рождения, он такой снимает демонстративно, говорит, на, мужик, это тебе. Вот. Да, так и было, это Макс, который... Очень по-гейски. Ну, мы друзья, и все, все такое. Вот. Когда клип Ларин? Ну, когда трек запишется. Гоу с гнойным батл. Ну, я бы как бы в одной команде с ним с радостью побатл. Я не знаю, что засосал Николясик. Какую, блядь, пиццу выбрать? Короче, я брал Большой Джонс, что ли, Большой Папа? Папа Джонс. Вроде ничего, бери с этим. Как он называется? Круглые такие колбаски. Сдаюсь, короче. Пепперони, конечно же. Здравствуйте, здравствуй. Данил. А что, Данил, он здесь, что ли? Воронеж. Колбаски круглые, да. Если их порезать. В сечении и дождевой червь круглый. А-ха-ха-ха-ха. Ну, местами. В некоторых местах я по сечению действительно круглый. А круглый? Угу. Ну да. Эллиптический, я бы сказал. Так. Алло, какая мечта? Мечта у меня, чтобы были хорошие комментарии и добрые подписчики. И чтобы в мире любить друг друга. Баланс со своей головой. Если вы хотите сделать человеку хорошее, то делайте, 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 просто делайте. Идите к своей мечте. Помните, что никто за вас не сделает. Не сделает, не сдавайтесь. Никого не слушайте. Мечта, мечта, она в сердце. Дом, он внутри. Помните свою семью, любите свою семью. На споте мало сил. Ладно. Когда новый трек скоро? Чего ты доебалась? Хватит ржать. Я всего лишь стримлю. Ты сейчас где? Я везде. Я в ваших сердцах. Я в телефоне парня из Новосибирска. Девочки из Саратова. В твоей бомжовской деревне, где осталась только вода из коммуникаций, но я в твоем андроиде, и вот я рядом с тобой, все будет хорошо, мы семья. Мир всем нашим, не ломайте руки себе, берите газовые баллончики и ножи. Так, заебались своей Украиной, да, действительно, хватит развить политику. Доносите какие-нибудь приятные новости про Украину. Я вам скажу, что у Украины есть национальное достояние. Это Александр Шапик и Татьяна Ткачук. Это лучшие видеоблогеры и лайфстайлеры. Да больше, по-моему. Они лучше Иисуса Христа, я считаю, что это лайфстайлеры. Как будто описывают себя. Что у Иисуса были? Какие типа механизмы? Ну, какие-то парни, которые описывали его действия, да, хронологи его, там, типа, Лука, Матвей, ну, вы знаете, Иуда, все эти парни. А Саше Шапику они даже не нужны. У него есть камера, блядь, и накачанный трицепс, чтобы, блядь, держать постоянно камеру. Идеально, идеальная схема. Он сам себе Иисус и пророк. И у него своя Мария Магдалина, естественно. Вот. Ларин больше не злой. Да, потому что мы семья. Любите друг друга. Helping Hand Challenge. Это... Блять, как он это говорит? Сука, тяжело. Тяжело строить из себя учителя поколения. Так. Ты урод? Конечно. Я выродок. Я бы сказал, что я выродок. Бля, вот я как начал изображать из себя мессию, понимаешь? Люди начали уходить. Почему у него это работает? 1000 человек, 1100. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Привет, хорошо, что присоединился. Делись трансляцией. В Инстаграме вообще есть такие механизмы, которые позволяют делиться трансляцией, а? А как тогда происходит увеличение большого количества просмотров? Ну, то есть, чувак какой-то стримит, да? Да. То есть, нет виральных инструментов, он стримит, да. И что-то происходит, и потом у него ап. Такое бывает? Нет. То есть, все предрешено, серьезно? Я всегда ограничен этим количеством, ну, ладно. Нет, просто кому-то неинтересно. Любите друг друга. Дом он внутри. Моя семья. Мечта это то, что делает вас людьми. Блять, 30 человек уже сразу пиздец. Так, петушары пишут. Я им такие вещи. От самого сердца. Я попытался. Ладно, все, я попытался. А они мне петушары говорят.
Некрасиво. Хотел бы встретиться с Моргенштерном, замутить проект какой-нибудь. Мы с ним общались, кстати. Проект Who Knows. Зачем они это отправляют? Это что означает? Приветики. Приветики, типа привет. Другой, да? Стороной. Я не могу, блядь, другой, у меня болит так. Ты общаешься с Крэйзи Михаилом и Сьюитом? Да так переписываемся очень-очень редко. Но бывает. Очень-очень редко. Но бывает. Ты милый. Так. 15-й год, блядь. Ахахахаха. Да, смешно действительно. Прикольно было. Блин, начнем попробовать. Не, все это понятно. Так. Ну ладно, я на стриме на Ютубе потом попробую это замутить. Будешь что-то рулетку делать? Да, у меня теперь есть комп на винде. Комп на винде. На котором еще и Хакинтош. Шаришь? Макоси винда. Здрасте. Качество в жопе. Я не знаю, блядь. Не могу сказать, почему у тебя так. Ни на один мой вопрос не ответил. Но я же не бог. Я не могу все читать и успевать. Ларин город. Полевский, знаешь? Нет, это в какой области? Или в каком крае? Будет клип? Будет, конечно же. Блядь, клипы делать круто. Indian Street Food Stories. Да, в Индии очень вкусная уличная жрака. Хрючево. Так. А мне норм. Ну, блядь, ну норм так норм. Типа ПАВ в популярней эфире. Да, я в нем живу с 2013 года. А ты кто? Я волна, если говорить о типа материи и энергии. Я волна. Ларин, город Ниандама, знаешь? Конечно, я из Ниандама знаю. Я знаю Ниандаму, я был в Ниандаме. Это город в Архангельской области. Он достаточно такой исторически симпатичный. Привет, ниндамчане. У Ларина усы – это пропуск в трусы. У Ларина трусы – это Коля не ссы. Как дела? Неплохо. Go в Тверь. Даже со стендапом туда не пригонял. Да как-то не доехал, не знаю. Ларин, как зрение? Да не очень, вот в очках хожу. Посоветую книгу, мне 14. Гарри Поттер, начало. Ты даже Хавану проебал. Хавану что-то Оксимирона забатывал, если ты не знал. Просто это не снимали. Так. Ну, я, по крайней мере, не снимал. В Казахстане приедешь? Да. Мне же надо научиться биты делать. Привет Алану. Алану, бля, у меня подмена еще. Казахстан, передай привет Алану. У меня в голове прочиталось, передай привет Адилю. Понял? Биты, Казахстан, джок, передай привет Алану, Адилю. Адиль, привет, шутаут. Сильно делаешь. Дима, давай проверим твои знания по географии. Я буду скидывать флаги, ты отвечаешь. А давай нихуя. Я могу так. Так, витаемо, здорово и тебе. Я знаю, что это означает привет. В Казахстане делают биты. В Казахстане лучшие битмейкеры в истории человечества за последние 1000 лет. Они такие наделают, блядь, своих битов, выкладывают в сети, говорят, все. Вот мое дерьмо теперь ебись с этим. Все ебутся. Все очень круто. Недавно слышал интервью с чуваком с канала Top5D5. Кстати, он был интервьюером, он общался с битмейкером, который из Казахстана, если я не ошибаюсь, он делал очень крутые биты, ну, вплоть до того, что западные покупают ребята, и он говорит, что он ебашит биты по 2-3 тысячи рублей за штуку и делает в среднем по 30 битов в месяц, то есть это бит в день, иногда до 5-6 доходит. Я думал, нихуя себе продуктивность. Вот, поэтому, да, в Казахстане именно очень крутые чуваки. Здорово, что за дичь втираешь? Да просто типа языком чешу. Что думаешь про ЛГБТ? Так и не скажешь в двух словах. Я много чего думаю про ЛГБТ. Я постоянно думаю про ЛГБТ. Так, если Ларин бог, а бога нет, значит Ларина нет. Следовательно, Ларин — это всего лишь иллюзия, спроецированная нашим моим мозгом. Я тоже об этом думаю иногда. Возможно, меня не существует, и просто, ну, ваш коллективное бессознательное, ваше коллективное заблуждение. Угу. Любите друг друга? Любите свою маму? Дом внутри? Может, с интонацией надо поработать? Может, как-то секты-то строить надо под код, под свой? А? Пишите, если у кого-то есть опыт построения секты. В директ, пожалуйста.
Дима Уткин, ахахахахаха, блядь, я сейчас картинку выложил, где у меня рентген лежит, там написано моя фамилия, ты, пиздец, я на версии про это говорил. Какой же ты тупой, чувак, какой ты тупой, блядь. А, Ксюшу в студию тащи. Меня призывает легкий поворот бедра. Вот оно. В каком порядке ты читаешь сообщения, не могу понять. Да абсолютно рандомно, просто твои не показываются, наверное. Ага, и люди сразу ливают, ну ливают. Дрочи меньше, а то с рукой так можно попрощаться. Ты смешная, Лиза, 17. Возможно, тебе следует найти нормального парня, чтобы он тебя потрахал наконец. Что с рукой? Посмотри последний ролик на канале. Там будут ответы на все твои вопросы. Ты дурак. Тебя выиграет Хованский на изи. Ты нуль. Да даже если Хованский 8 раз меня выиграет, наверное, он уже проиграл, потому что он свою жопу очень дешево оценил. А если ты его любишь, значит, ты такая же политическая шлюха, как он. Так, хуй. Ой, иди нахуй, я обиделась. Пиздец. Невелика трагедия. Меня вообще смешит, как многие оперируют фактами только из интернета, думая, что у блогеров между собой нет никакой офлайн жизни. И типа... Ебать, все, что показывается на экране, вот это значит, блядь, true story, и кроме этого ничего вообще больше не существует. Хотя столько онлайн же движухи, блядь, и... Оффлайн. Оффлайн, да. И все типа... Блядь, так ли... Ну, видите, пожалуйста. Любят делать выводы, и вот это самое тупое просто. Кто с кем общается, кто с кем не общается, да вы типа не знаете ничего. Бля, мне такой парень написал сегодня. Это пиздец, вы все его знаете, абсолютно. Даже ты, ход Булина, нижнее подчеркивание, а нижнее подчеркивание, да, его знаешь. Я такой, типа, нихера себе, что, серьезно? Он написал мне, да, как бы... Но мы еще подтверждаем эту историю. Как выглядела девушка Лилы, на которой ты дрочил? А, я знаю девушку Лилу. Я знаю, как она выглядела только со слов самого Лилы. Я, естественно, на нее не дрочил. Просто мне нравилось это вкидывать, чтобы его позлить. Привет, когда версус с Соболевым? Понятия не имею. Ты даун? Да. Ставят лайк, ставят. Баба твоя заторможенная. Ты заторможенная? Да. Ну вот видишь. Угу. Я обожаю твою песню, я тоже. Неважно, какую, любую. У меня охуенный ник. У тебя? Да так себе. Сколько тебе лет? Выглядишь на 25-30. А мне есть 25-30. 25-30, большая разница. Типа, передай мне привет с моим, знаешь, с моим именем. Ты выглядишь на 10-45. Ларин, как относишься к Роскомнадзору и Телеграму? Роскомнадзор я ебал в рот, а Телеграм нет. Док... Так, почему Ксюша так медленно и четко разговаривает? Потому что она взвешенно и поступательно, риторически верно изъясняет свои мысли. А я, типа, очень много говорю и вообще рэп и все такое. Так, она под бутератом. А ты пробовал бутерай? Бутерат, Сергей Кудрасшов. Мы сейчас мамке твоей напишем, Серега. Мы с Ксюшей любим такой хуйней заниматься. Заходим, короче, к хейтеру. Или чуваку, который скидывал член, например, Ксюше, в сообщение или в директ. Ищем его мать, или родителей, или братьев. Ну, это просто, потому что соцсети, типа, они тупые. И скидываем им переписку. Вот просто по приколу. Это охуенно. Охуенно действует. Они там ремня, наверное, по своей жопке получают. Так что давай опять. Не сильно. Роблин. Все, нормально. Любите себя. Дом внутри. Что надо, плешивый? Нет, Дима пока не лысеет, он же не Кузьма, у него нормальная шевелюра, посмотрите, как много. Нормальная шерсть. Бля, нормальная шерсть, что ты доебал, смотри, какая шерсть хорошая. Да. Шерсть прям лоснится, все хорошо со мной, не надо мне тут. Ларин, как ты относишься к Брайану Мапсу? А, да не знаю, что там как-то, я не особенно его фанат. Я знаю, кто такой. Почему ты не дружишь с Хованским? Дружище, потому что, блядь, иди нахуй. Бля. Вот почему. Умей формулировать вопрос, получишь, соответственно, еще ответ. Мать или родитель? Мать уже не родитель.
Ну, я поторопился. Ладно, хорошо. Мать родителей. Смотрю тебя и Хованского. К вам нормально отношусь. Что бы это могло значить? Ну, то, что ты неразборчивый. Клипсик когда? Да не знаю. Скоро. Мы семья. Аминь. Аминь. Аве Сатан. Всемудрейший. Кого смотришь из блогеров? Блять, в основном западных. Ларин, где Шаня? Шаня! Да, прямо она пришла сразу. Да, ее нету. Она ушла, тусуется. Дим, как дела? Неплохо. Почему тебе не нравится Москва? Потому что, блять, люди хамы, расстояния большие, все дороже. Вонь, смог. Можно становиться этим. Russian Drift, не понял. Прошел, молодец. Дом внутри. Любите себя. Если кто-то делает вам плохо, то знайте, что вы не обязательно должны отвечать ему злом. Вы можете творить добро, тем самым злить его. И добро у вас усиливается внутри, оно аккумулируется. Создает большую ауру, все возвращается. Золотое правило. Helping hand challenge. Thank you. И, конечно же, карма. Карма случайным мелочам дает причину. Карма is a bitch. Ты как? Другой человек пишет. В Телеграме. Максим, ты где? Где? Я дома. Дела пока что. Russian Drift Series прошел. Нет. Ларин болен. Дружили 5. Бля, никто не выкупил эти посылы. Ладно, ничего страшного. Простите. Ты лучший комик Медведев или Хованский? Они не комики, они клоуны. Вы с Ксюшей брат и сестра. Да. Я люблю инцест. Ты мои наушники украл, сука. Блять. Инцест делался. Потерпишь. Привет, братан. Ларин футболист. Я? Да. Я был в форме полузащитник. Будь здоров. Спасибо. Спасибо. Кем мне добрые люди? Напишут, будь здоров. Да. Спасибо. Намасте. Встречаемся на мосте. Почему все приветствуют Диму? Здравствуй, Ксения. Приветики, говорит. Так. Хайль. И тебе, Хайль. Воистину, Хайль. Гнойный с ДР? У гнойного ДР сегодня? Или они что-то будут? Или это такой прикол сказать, что у кого-то ДР, чтобы... О, шатау, гнойный ДР. Ты же веган, какая нахуй пепперони. Я, чувак, давно уже не веган. Я цикл роликов снял. Цикл роликов снял о том, что я уже ем мясо. И объяснял, почему. У меня на здоровье начало сказываться. Это не вышло в сторону. Вегетарианство. Не веганство, сука. Ово-лакто-вегетарианство. Ты бритый, похож на алкоголика, старика, ухоженный, выглядишь моложе. Ну так и есть. Ты просто обозначил общее мнение. Привет, Урал. О, Урал. Шатаут, Урал. Люблю Урал. Солнечная долина, мое любимое место на Урале. Можете загуглить. Когда свадьба с Ксюшей? На той неделе была. Свадебное путешествие в Колпино было. Так. Отправил тебе запрос, а ты не принимаешь на трансу. Конечно, не принимаю. А нахер мне надо? Я один хочу поговорить. Че мне, типа, быть мастером церемонии и тут подгружать вас по очереди? О, расскажи, чем ты занимаешься, какие твои вкусы. Не хочу никого выбирать, не надо. Ну, давай. Не сегодня, нет, не надо. Я хочу с ними так поговорить. Они же мои друзья, мы семья. Смотрел, да, или сейчас поперечным? Я не смотрю, такие шоу. Они на меня плохо влияют. Я бессознательно начинаю тоже творить какие-то, ну, античеловечные вещи. Поэтому я смотрю только Helping Hand Challenge от, блядь, Дрейка, Текаши 69, где они бабки раздают на улице. А я на улице раздаю пиздюли. Ну, тоже за добро, блядь, как бы. Ларин занимался спортом раньше. Я сейчас занимаюсь. Извините. Чем занимаетесь? Мы гуляли. Мы общались с миром. Мы с миром.
искали новых людей в нашу секту. Мир внутри, дом внутри. Снаружи любовь. All you need is love, you know. Helping kind of challenge. Долбишь свою, долблю и твою. Привет, Салудар. Здравствуй, не хочешь стать спонсором конкурса? Нет, не хочу. Так. Не только раздаешь, но и получаешь. Ну да, и не без этого. Это нет, как бы... когда ты пизделей это получал? Да давно, когда я алкоголиком был. Меня запинали школьники, девятиклассники. А мне было 22 года. Да, в Архангельске на привозе. Кто с Архангельска знает привоз, знает, что там школьники, девятиклассники ходят и могут отпиздить. Дима, тройка любимых твоих фильмов. Белый Бим, Черное ухо. Броненосец Потемкин. И Прибытие поезда Чарли Чаплина. Прошу прощения, это не Чарли Чаплина. Дима Соболев ответил на твое обращение. Да, но это будет позже. Пока я даже не думал готовиться. Других дел достаточно. Бля, вы такие индивидуальные сфоткаться. Че? Личности я в ахуе. Ларри, как тебя найти в Питере? Ходи по улицам чаще. День в центре. Сегодня мне сколько человек нашло? Это хуя. И только трое решили подойти. Суд. Ну еще бы. А версус хер тебе. Верно. Покажи Ксюшу. Магия. Угадай, где закреплен штатив. Your English? Yeah. Привет, здравствуйте. Зачем тебе версус, Коли? А кто тебе сказал, что это будет на версусе, блядь? Ну ладно. В каком ты городе? Усть-Куты. Усть-Кут, да. Усть-Куте. Город сказка, город мечта. Попадай в его сеть, пропадаешь навсегда. Что делал вчера на восстании? Да я постоянно там брожу. Площадь Восстания — классное место. Я знаю, что делал. Я тоже. Поэтому я и отшутился. А почему у тебя получился такой позорный батл? Ну, было и было, как говорится. Типа, ну что ты доебался? Вот люди свастики кидают, их потом N4B пишет свастики, да, три свастики. И вас просто находят, свастики кидал, он скажет, ну, было и было. Было и было, что-то надо уметь отпускать. Что с твоей площадкой? Самое ожидаемое событие 2018 года. Рэп-площадка Дмитрия Ларина. Только на канале Честный. Приезжал в Питер, а рекламы Ларина не видел. Еще бы, я же не покупаю офлайн рекламу, я что, тупой. Че ты такой лох, а? Давай купим один большой баннер. У меня была безумная идея, я надеюсь, кто-то ее подхватит. Короче, может быть, вы помнили, у меня было... Я мем, короче, создал про брокколи, про курение типа марихуаны, которое, ну, так или иначе, соотносилось с курением брокколи, да? То есть я там сушил брокколи, потом сворачивал и курил брокколи. Я педалировал этот мем, форсил, и люди уже начали распространять его так на местности. Я подумал, блин, можно в метро выкупить щит. Вот этот лайтбокс, который, знаете, вот вы спускаетесь, короче, где-нибудь, да на любой станции метро, там Восстание или там Дыбенко, не суть. Стоимость рекламного носителя везде одна. Ты знал это? Стоимость рекламы билборда 60 на 80, на 90, на Дыбенко ровно такая же, как на Невском проспекте. Потому что там даже больше проточности, это спальный район. Здесь спальный район прямо идет и движется ритмом. Да, да. Стоит эта радость 30 тысяч рублей. И у меня тогда не было этих денег. Это было, короче, 2 или 3 года назад. И я хотел там просто без ссылок, без телефонов, без адреса, без адресов сделать вот, ну, себя, да, в средний план. Я такой с брокколи, с охапкой брокколи. И у меня на фоне брокколи. И везде брокколи, короче. И все. И больше ничего. И написано... потребляйте брокколи. Но я что-то не собрал эти деньги, ну, то есть, а с подписчиков я решил тебя не собирать.
Черный пес Петербург. Да, респект, Алексей Жахаркин. Бля, сложный никнейм. Отличная песня Шевчука. Смотрел шоу Юлика, да, отстой. Так, Нихао, и тебе намасте. Будет реванш с Хованом. Реванш? А я что, проиграл? Так. Бля, так я тоже, получается, дважды с реки ватлил. Так-то. Может, Джубили еще чутка. Джубили немножко. Блять, пиздец. Дурдом нахуй. Чем ты держишь камеру? А, у меня раскачанные бедра. Квадрицепсы. Приезжай в Украину легко. Сейчас? Они Евросоюз. Жень. Думаю, да. Но я не уверен. Я не буду тут на широкую общественность пиздеть. А виза нужна? Нужно не быть блогером, скажем так. Есть вероятность, что меня не пустят. Но я не уверен. Я ничего плохого про этих господ не говорю. А? Не должны, но молодец. Так, Дима, куда в ближайшее время собираешься ехать? Никуда. До магазина максимум. Я хочу отсидеться уже. Дел полно. Лол, Евросоюз. Ну да, они же как бы в ЕС и все такое. Почему не принимал вызов Соболя, когда у него было 200 тысяч подписчиков? Да потому что он охуел. Он просто охуел. Сейчас на него можно обратить внимание и наказать. Дмитрий, а какие ваши любимые книги? Посоветуйте что-нибудь. Моя любимая книга – это Библия. Может, Господь внутри? Я не знаю, слишком много. Я не могу так все сразу взять и сказать, какая мне больше всего понравилась. А, разби Соболева на Версусе. Бля, почему все думают про Версус? Я же сказал про батл. Может, это будет на площадке YouTube Battle, я не знаю. На площадке... Канал честный. Саранск батл такой. Есть, наверное, такой. Саранск, вторая лига. Няндома. Бля, в Няндоме надо провести батл. Или в Котласе. Никогда не слышал о городах Ржев, Зубцов, Старец. Ржев слышал. Там типа битва была под Ржевом, да? Да? Ларин, прочитай щось украинскую. Я не знаю эту мову, к сожалению. Дима, в чем смысл жизни? Существование белковых тел? Сгнить, передать гены своим корешам. Ну, может как-то повлиять на эволюцию еще каким-то способом. Вроде насаждение идей, философии. Дима, какая твоя любимая птица? В смысле, в еду, если ты спрашиваешь, то в еду это, конечно же, индейка. А так вообще, наверное, филин. Филин охуенный. А есть ли смысл начинать заниматься YouTube сейчас? Не, уже поздно, все. Блогеров слишком много. Мы вообще скоро будем отстреливать. Мы тут собираемся, вот вы не знаете, да, Петербург, между прочим, это столица блогера СНГ. То есть вот есть СНГ, весь русскоговорящий мир, да, вот столица здесь, в Питере. Как и должно быть, в общем-то, культурная столица. И, значит, мы собираемся такие все, у нас есть съезды тайные, по лютему, только никому, короче. У нас есть тайные съезды на Крестовском острове, на Елагином острове, там, ну, масоны, ну, блогеры это масоны, мы масоны, короче, так, между нами. Мы собираемся, значит, в старых зданиях, на Елагином острове, как я говорил, и вот, значит, решаем, что нас стало слишком много, надо двигаться в сторону золотого миллиарда просмотров. У кого нет миллиарда просмотров к знаменательному году 2020, Россия 2020, ну, тот исчезает. Не набрал миллиард просмотров, все, нахуй. Расстрел сразу. Мы масоны, да. Смешно. Да не, правда. Добавь эфир. Не хочу. Давай больше клипа. Бля, я могу сейчас тебе показать в кадре или не стоит? Не стоит, да. Не надо. Да, я не могу сказать. Я даже сказать не могу, что я снял. И где? Дим, как относишься к дождю? Как относишься к солнцу? Чуть лучше, чем к ветру. Кабака. Чуть лучше, чем к ветру. Долбоёб тупой. Ну вот видите, у кого какие вопросы. Ты когда с Ютуба уйдешь? Ну вот
типа концепция золотого миллиарда. Не наберу миллиард просмотров. Все, уйду нахуй. Please say... Блять! Цветы полетели. Цветы полетели. Вот штучки. Пожухли те розы, выплакали слезы. Я иду бриться. Я не помню. А? Че? Да, мне надо идти написать рэп-шлягер тысячелетия попадания. Поэтому спасибо, что были с нами. Помните, что Бог внутри, дом внутри, мечта внутри, снаружи любовь, золотое правило, helping hand challenge. Увидел, что человек убьет на улице. Почитай пост Юрия Хованского, где он говорит, что надо проходить мимо и убегать, и прими свое решение. Спасибо, что были здесь. Подписывайтесь на нашу секту. Направляйте заявление на вступление в наши ряды. Получайте. Получайте бесплатно.